27 февраля. 7 утра. Даже 8. Ну и что хотите сказать, ребятки? Ребята думают, куда ехать. Еще раз поворачивают у нас. Они, видно, осматривают район. Сидит сверху на той. А, и сверху вот на каждой машине по два человека. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Суки, а? За что, за что? В машинах вот сидят, видно. Когда они прошлись по Шевченко, 335 район, Нижней Шишковки. Саперка. Смотри, на машине. Веселый. Веселый у нас утро, вовремя успел домой зайти.